Ну вот, друзья, значит, мы подключили данное комбоустройство MIU i90 к питанию 12 вольт. Как мы видим, яркая насыщенная матрица. Ее, конечно, на камеру не передать, но тем не менее. Кстати, друзья, угол обзора видеорегистратора здесь составляет честных 140 градусов. Это прекрасно видно по видео. Также данное комбо-устройство обладает удобным меню настроек. Кстати, здесь, как прошла сказал, всего 4 кнопки управления. Все удобно, интуитивно и понятно. То есть человек в любом возрасте здесь разберется без проблем. Все на русском языке. В край еще есть инструкция, которая все подробно расписана. Но сколько мы MIU привозили, здесь даже без инструкции все понятно и просто. Ну вот такая вот легкая демонстрация работы. Все необходимые, значит, GPS, радары, все выводится у нас на вот этот экран. Даже может показывать текущую скорость. Все на самом деле удобно. В общем, имейте в виду. Цена составляет, еще раз, 13 000 рублей ровно.